Для того, чтобы мозг тренировать, нужно читать сложные книги. Не нужно читать дурацкие журналы и газеты. Не нужно смотреть идиотские передачи. Нужно смотреть сложные фильмы, слушать сложную музыку и читать сложные книги. И это не для красного словца я все сказала, а это на самом деле то, что формирует ваш мозг. Это чистая правда. Поэтому, если мы хотим, чтобы у нас был плохой мозг, мы можем его фастфудом кормить. А если мы хотим, чтобы он был хороший, то, соответственно, читайте Шекспира. Условного Шекспира.